Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, почему нельзя кормить кошку со стола. Какая кошка откажется попробовать пищу с хозяйского стола? А если сам владелец предлагает еду? Вряд ли даже самое воспитанное животное упустит такой шанс. Ответственность за здоровье питомца лежит на плечах его хозяина. Если вы не хотите навредить своему любимцу, обратите свое внимание на причины не кормить кошку со стола. Пищеварение кошки отличается от человеческого. У мяукающего питомца время прохода пищи составляет от 12 до 24 часов, у человека от 30 часов до 5 дней. Поэтому котам и кошкам требуется меню, которое легко усваивается, а пища со стола такой является редко. Кошки нуждаются в сбалансированном питании. Для нормальной жизнедеятельности им необходим рацион, в котором содержится достаточное количество витаминов и минералов. Готовый корм, как правило, уже содержит вышеперечисленное. Пища со стола же может нарушить правильную диету питомца. Еда, которая безвредна для человека, может быть опасной для кошки. Так, например, в шоколаде содержится теобрамин – крайне ядовитое вещество для мяукающих. Кроме этого, для большинства кошек вредны косточки и семечки различных фруктов. Особенно плохо мяукающие переносят цитрусовые. Попрошайничество кошки не всегда указывает на то, что животное хочет есть человеческую пищу. Иногда такое поведение питомца объясняется желанием кошки привлечь внимание владельца и тем самым получить больше ласки и любви с его стороны. Каковы основные причины, почему нельзя кормить кошку со стола? Выбираете вы для своего питомца сухой корм или предпочитаете натуральный, обязательно следите за тем, чтобы питание было сбалансированным и подходящим вашему животному. Для составления правильного меню обратитесь за помощью к специалисту. Помните, правильное питание – залог долгой и счастливой жизни вашей кошки. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!